Все, настало время вернуться к Гарри Поттеру и его выходкам. Вот это слушал, да, вот этот трек. Как раз вот получается интро, третий трек с Сими. Вот интересно, вот единственное, у меня есть подозрение, что вот этот трек Вотоня, вот и название, я, конечно, поражаюсь, только Гарри Поттер мог придумать такое. Вот только он, я чувствую, может оказаться нормальным на этом альбоме. Посмотрим, Лёшка должен вытащить этот трек. Лёшка, вся надежда на Лёшку. Потому что есть Алёша у тебя есть сейчас шанс. Я дома, братишка, а ты как хотел. Приоритеты расставлены телом. Мы ставим своими в деталях и в целом. И я не один такой, тут не на треморе. Местины чую, где своими энами ролимся. На что не видели дети и молодой папа. Им нету времени, нахуй пустили. Быть не уверен в пене, души за наличие мнений. Но не славно, что избавлен от трени. Ведь я на тарифе семейный, на премию. Молодой братья покоями, денежный дождь. А на кассе вот пулями хронят. Я не хочу справить, строить все органично. Базар, чуть пулю. Молодой папа всех напаливает. Сертолово Токсик. На неделю до второго я уеду в Сертолово. У Сими же Токсик альбом назывался. В честь Сими назван тоже целый альбом Гарри Поттера. Сертоловский Токсик. Токсик. Ну, конечно, альбом Сими это шедевр. Ну как, блин, он, конечно, не шедевральный. Но он... Ну, короче, нет, на самом деле, вот альбом Сими, он действительно уникальный какой-то. Это действительно, блин... Какой-то продукт, короче, музыкальный, который вот реально он, можно сказать, там вошел в историю, там, короче, современной новой школы там рэпа. Там офигенные вот эти Windows, Micro, хрен еще знает, что мне заправка Kid Майота не так понравилась, потому что там, да, там балдежный голос Майота, все такое, но там все равно не хватило вот этого все равно. Сими там выдал стиля. Мне понравился еще, даже смотрел Сими интервью. Посмотрел не до конца, правда. Но мне понравилось вообще, даже прикольный чувак. Ну, если бы он меня, в принципе, не удивил, симпатию эту не вызвал, как вот именно к своим песням, я бы ни хрена не смотрел бы про него. Зачем, допустим, вот там... Какие-то вписки идут бесконечные с этими там 163 он мине какой-нибудь. Мало ли того. Ого Буду тоже. Я все равно не знаю. Я его не признаю. Он мне как-то не люблю я, короче, Ого Буду. Есть у него там пара песен, ну, блядь, в целом. Голос у него нормальный, но как-то не мое это все, херня. Из всех милоновцев только Сими молодец. Да похер. Ну ладно, и Бушида Джо, не знаю, Милоновец, он не Милоновец. Бушида Джо тоже, у него, в принципе, для меня нет ни одного хита. Так и осталось. То есть вот это вот Аников, то, что я вроде как бы и похвалил, но, ну как бы как похвалил. Но честно, песня все равно, вот я сделал реакцию, сказал там, ладно, а Арни вот это, Аникова, Анька это, и Бушида Джо, которая набрала много просмотров, тесно называется. Все равно говно это какое-то, это тесно. И опять там Бушида Джо. Бушида Джо просто как человек хороший, а песни у него ни одной нет хорошей. Вот. И здесь я не пойму, Сими начнет петь или нет. Потом нет. Слушай, я не буду, хочу мою.
Антонио Фиац в РДП. Похоже, что действительно это было самое нормальное, наверное, что может быть на этом альбоме. Но все равно это странно очень, какая-то хуйня странная получилась. Рад был все равно услышать Сими. Песня без припева просто. Ладно, это такой стиль, тут не должно быть перепев. Ладно, это просто в своем стиле что-то там сделанное, кому такое нравится. Мне, в общем-то, короче, не понравилось все. Давай, в принципе. А, это я слушал.